Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети, внуки, это наша поддержка и опора. Самое дорогое, что у нас есть. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности. В преддверии этого праздника в районном центре прошел ряд мероприятий. Утро в парковой зоне началось с фестиваля конкурса цветов. Здесь были представлены цветочные композиции со всех поселений Кашхабльского района. 8 июля вся Россия отмечает праздник День семьи, любви и верности. И в рамках этого праздника в нашем районе сегодня замечательное событие – это День цветов. И, конечно же, праздник – День семьи, любви и верности. Все наши работники культуры принимают активное участие в этом мероприятии. Это и поделки цветов, и ДПИ-работы, живые цветы, искусственные цветы. Все, что можно сделать своими руками. Мы также непосредственно активно принимаем участие в этом празднике. У нас с нами искусница, рукодельница Лисаченко Татьяна Витальевна. Также мы принимаем участие и в концертной программе. Всего хорошего. Любите, цените свою семью. С днем семьи, любви и верности вас. Активное участие в мероприятии приняли централизованные и детские библиотеки. В преддверии Дня семьи, любви и верности центральная библиотека совместно с детской организовали книжную тематическую выставку «Семья, любовь и верность». Вот вы видите, здесь у нас представлены книги о семье, любви, верности. Эта полочка тоже предназначена для детей. Здесь моя семья. Дети запечатлели свои работы именно вот к этому празднику, ко дню семьи. Вот такие работы, можете посмотреть. Тут написаны и сочинения, и работы, и так далее. Мы от души поздравляем всех с предстоящим праздником, Дню семьи, любви и верности. Желаем здоровья, счастья, благополучия всем семьям. Далее последовало чествование лучших семейных пар Кашхабльского района и концертная программа. Более развернуто мы вам покажем в следующем выпуске.